Всем большой привет, мои дорогие. Мы с Маликой в аэропорту. Улетаем на отдых на неделю в Доминиканскую Республику. Представляете, уже елка стоит в аэропорту. Мы сейчас в Бостоне. Я жду Маликушку. Представляете, уже елку поставили. Еще Дня Благодарения не было. Сейчас покажу вам. Вон она. Мы сейчас с Маликой остановились позавтракать в ресторане, потому что мы будем только ужинать теперь, пока доберемся до резорт. Кофе заказали. Смотрите, у нее бейгл с крем-чиз, помидорки с лучком. Смотрите, как сэмон у них лежит такой аккуратненький. Аппетитненький, прям не могу. И вот у меня яйца, бекон. Сейчас у меня Малика бекон заберет. Картошечка моя любимая, не знаю как. Мы все сейчас будем кушать. У нас время еще достаточно есть. Народ так мало. Обычно мы ездим как-то каникулы или праздники какие-то. Народу мало вообще. Так, поели хорошо, плотненько. Ага, еще остатки с собой забрали. Маленько еще доедим на самолете. Закидываю чемоданчики на наш самолет. Может, возьму, что тебе надо? У нас пока никого нет рядом с нами. Бегу. Так. Чемоданы надо получить. Чемоданы. Два чемоданчики взяли без проблем. Теперь машина наша где-то ждет нас. Мы еще, знаете, хотим скорее ехать, потому что у нас сейчас в резорт должны быть единственный день, когда буду делать сегодня на этой неделе такую мыльную вечеринку в бассейне. Надеюсь, мы успеем на нее. Хорошо, дети. Большая машина. Могли бы хоть где сесть, надо бы прям тут. А, давай уйдем по правде. А? Пересядем подальше. Да, да. Уже тут. Слышно вам, какая песня играет? Тоже слушает. И возраст у мужичка такой, как наш примерно. Тоже, наверное, тусовался по молодости по дискотеку 90-80. А, да. Где-то сколько ехали, мой дочь? Минут 40, наверное. Встретили, дали холодненькую такую влажную это полотенчика. Оно такое ментоловое, чтобы мы освежились. Ой, так приятненько. Ой, дочур, возьми, я освежилась, ага, приятненько. Ой, thank you. Ой, смотрите, какая прелесть. Ой, смотрите, удочки. Ой, я сейчас буду как это, ворона смотреть. Ой, какая прелесть. Ой, сейчас нас будут оформлять. Ой, какая красота. Так красиво. Мы первый раз, ребята, в этом резорте. Смотрите, какой-то чай. Как, добро пожаловать. Какой-то чай. Ну, что-то мне кажется, это не чай. Думаешь, чай, дочь? Потому что мало, как будто бы что-то крепенькое должно быть. Он сказал, без алкоголя. Да? Ну, так.
Кстати, сказать, что нам сейчас сделают еще массаж рук. Оказывается, все входит, это какой-то... Блин, автографируют. Какой-то мы, возможно, пакет покупали, оформляли, когда все вместе туда входит массаж рук. Если получится, я сниму, как бы в маляке делать. Это комната только для нас. Мы какие-то особенные оплатили дополнительную сумму, чтобы быть какой-то membership. Ага. Немножко громковатая музыка. Здесь, наверное, концерты будут всякие. Поэтому люди говорят, что чем больше номер здания, вот у нас 6, тем дальше будет в ту сторону. Значит, мы подальше. Мы ближе к океану должны быть, да, дочь? Да. Ага, а здесь всякие концерты будут. Ну, я все буду снимать, все покажу, потому что Света меня просила снимать все. Потому что она с Иринкой планирует куда-нибудь тоже в новое место поехать. Если что, может, сюда тоже приедут. Свадьба. О май гад, свадьба готовится. О май гад. Ой, мы снимаем как раз женихов. Ой, сколько женихов. Ой. Извините, мужчины. Вот 6. О, окей. Вот бассейн, я пол не вижу. Ну и не видно, красивые. Что... Красивые. Так, какая у нас комната номер, дочь? Следующая. Следующая. 6116. Ой. Ой, какая красота! О май гад! Музыка. Классик. О май гад! О май гад! Да что, дай ему денежки. Вау! Happy birthday! Начинаем снова снимать, потому что тут нас отвлекли. Так, здесь у нас что? Так, туалетик. Надо показать всю музыку, какая там играет. Так, тут у нас что? Душ. Душ вот такой. Какой двойной, смотрите. Так. Окей. Так, вот это вот я вам там свою рожицу не буду показывать. Смотрите, для запаха, видать, тут уставили. Так, раковина такая. Интересно, смотрите, как раковина переходит сразу в комнату. Ой, дочь, сейчас мы выйдем на балкон. Полотенце. Я знаю, да, что? Так, что здесь за коробочки? Коробочки всякие, полотенчики. Это что такое длинное? Расческа, может, какая-то необычная. Ой, одной рукой неудобно. Да чё, что здесь? Ну-ка. Ты уже раз... Да я даже могу фотографию сделать. Ой, извини, дочь. Ой, ты чё, ты ещё маленькая, ладно. Ой, блин. Так. Кофе всякое, чипсы. Если кому солененькое хочется, водичка. Так. Так, сейчас давайте покажу, что в холодильнике. Это все включено, напитки.
различные пиво разные. Вот это что за пиво? Да черт, это что за пиво? А, Миллер, да. Так, так, здесь снэк всякие, сладости. Так, так, водичка, сок. Мы, кстати, попросили, чтобы местное пиво принесли. Мы местное пиво любим. Так, лежак. О, май гад, ага. Представляете, маляки завтра день рождения, они нам уже такой тортик маленький сделали. Happy birthday. Надо будет убрать, да, чур, холодильник. Открывашка еще. И это какое, красное вино, что ли, дочь? Как будто да. Да, red wine, окей. Так, а самое главное, так, сейчас, вот это, так, вот смотрите, кровать большая. Ну, дочура, открывай. Сейчас, подожди, да, вот эту часть я буду снимать, но я звук уберу, так что если ты будешь говорить, не волнуйся. А, хорошо. Смотрите, наш бассейн. Ай, какая красота. Так, здесь вот захочешь. Вот это вот не двигается, перегородка не двигается. Но здесь вот глубоко. Здесь уже снова начинаются ступеньки. Уже спускаешься в пул. Здесь лежаки. Здесь вот можно сидеть. А здесь основной пул. Вот тут свадьба будет, здесь будет свадьба. Представляете, мы будем видеть. Я вам сейчас показывала, женихи там фотографируются. Ух ты, свадьбу нам будет видно. Так классно. Тут соседи есть, у нас нет, интересно. У них везде вот эти вот маленькие эти. Так классно. Да черт, Лягуша. Ты видишь, вон там свадьба будет. Готовит свадьбу, вон там будет. Бага, тяжелые такие. Мы сейчас разбираем, смотрим, что здесь в этом наборе. Смотрите, если кто-то забыл с собой привезти набор для бритья, как брить себя. Девочки и мальчики, вот ну, это что да. Бач, такой солидненький, при этот прям солидный, да. Пенка для бритья. Да, они тоже какой-то одноразовый, смотри. Да, вот так вот. Еще nail file. Палыш. Как nail это? Wow. Как она? Это пилочка, да, пилочка. Да. А вот тут что? А, shower cap. А, шапочка. Uh-huh. Shower. Wow. Еще эти мыло. Мыло два каких-то там. Очень классно. Зубная щетка с пастой, если кто забыл. Вот так вот. Ба, а тут смотри, мам, иди сюда. Ага. На вот эту сторону. Это прям makeup area. А, точно, стульчик. А. This is amazing. Ага, сесть. Смотри, подключиться. Ага. Тут зеркало. Это хороший view. Ага. Это комната. Вау. Мне вообще нравится этот резорт, дочь. Вау. Фен, вот, пожалуйста, если надо завиться, высушиться. Для такого, конечно, понятно. А, вот еще, дочь. Понятно, такие цены. Потому что это... Коконат. Такая комната, считай. Коконат, наверное, со смел. Коконат. Тоже что-то... Вкусно пахнет. Да нам руки еще обработали. У меня прям руки такие, это... Масленькие. Масленненькие. Тут, кстати, это... Началочка какая. Ух. Так, надо Меджов написать, что мы здесь уже приехали. Пиши. Так, хочу еще показать, что не сняла я. Хотела вещи раскладывать. Смотрите, что здесь. А здесь, вот вам, пожалуйста, еще. Шлепки в комнате ходить, сланцы. Мужские, конечно, одни женские. Еще и сумочка ходить. Пляжная.
Ух! Ну, так вот. Ну-ка, другой сразу шкаф открою, а то вдруг там тоже что-нибудь интересненькое пропускаю. Нет, здесь, похоже, ничего нет. А, халатики вот. Так, а в этом шкафу? Здесь ничего нет. Ну, я думаю, теперь я показала все. Смотрите, свадьба, свадьба. Девчонки вон там красивые такие, хорошенькие. Невесту охота посмотреть. А, вот она. Отец ее ведет. Отец и мать.